И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это небольшой гайд для новичков мира Isle of Rima. Насколько мы знаем, что в данный момент, после выхода трех патчей, трех обновлений, в игре существует 8 играбельных динозавров, которые разделены на подкласс 4 хищника и 4 травоядных. Так вот, в этом видео мы посмотрим, как они выглядят. И, кстати говоря, мы послушаем их крики. Ведь мы знаем, что у динозавров в игре существует 4 крика. Первый крик — это нейтральный, второй — дружелюбный, третий — агрессивный и четвертый — крик о помощи. Так вот, в этом видео мы с вами все это рассмотрим, услышим, а ты запоминай. Приятного просмотра!